Памятники, посвященные Великой Победе, открывают и сейчас. Накануне 9 мая в соседних регионах Татарстане и Нижегородской области состоялось открытие памятников. Все они работы известного чувашского скульптора Владимира Нагорного. Памятник матери-покровительнице, классику чувашской поэзии Константину Иванову и известному офтальмологу Святославу Федорову. Творчество мастера известно далеко за пределами Чувашии. Стелу, посвященную героям Великой Отечественной, в селе Старое Дрожаное практически не узнать. К годовщине Победы на ней вновь засияли имена героев войны, жителей Дрожановского района Татарстана. Свой бронзовый солдат появился и в поселке Воротынец. Мужественный герой – олицетворение отваги и храбрости советского народа. Он является не только частью нашей памяти о великой победе нашего народа в Великой Отечественной войне, но и будет являться символом всем нашим защитникам Родины, которые защищали, защищают и будут защищать нашу Родину. 70 лет назад закончилась война, но память о героях тех лет живет до сих пор. Для жителей городов и районов такие монументы и стелы – напоминания о родных и близких, погибших на войне.